Всем привет! В прошлом видео мы рассказали о продолжении крутой игрушки. Сегодня мы расскажем про продолжение, а именно вторую часть еще одной отличной игры, которую неплохо иметь на своем Android-девайсе. Сегодня у нас Banner Saga 2. Поехали! Banner Saga 2 сочетает элементы RPG и пошаговой стратегии. Вы будете командовать кланом викингов, которому предстоит выжить в тяжелейших условиях борьбы с вражескими группами. Вам необходимо будет принимать верные решения, мудро распоряжаться имеющимися ресурсами, правильным образом выстраивать систему управления кланом, чтобы стать по-настоящему отважным и смелым лидером, за которым пойдут люди. На кону стоит судьба всего человечества. Погибших воинов уже никто не вернет, поэтому двигайтесь к намеченной цели, принимая мудрые решения. Как правило, в игровом сиквеле есть другая сюжетная линия, какая-то новая история с иными героями, новый геймплей, иногда даже изменен игровой движок. Эта же сага больше смахивает на дополнительный эпизод, то есть в плане геймплея мало что поменялось, а сюжет был продолжен. Серию Banner Saga отличает собственный художественный стиль, а также продуманная система боя, которая периодически подбрасывает новые задания, не давая вам заснуть. Отдельно стоит остановиться на анимации персонажей. В бою они выглядят просто завораживающе. В игре использовались те же профессиональные приемы в рисовании героев, что и при создании многих мультфильмов. Мир Banner Saga 2 пропитан скандинавской мифологией. Это совершенно отдельная вселенная со своими живыми существами. Люди, варлы, ужасные драги населяют этот причудливый мир. Жуткие времена настали отныне. Ночь больше не сменяет день, все боги погибли, а солнце словно стоит на одном и том же месте. Самое интересное в том, что вы сами выбираете дальнейшее развитие сюжета. До этой опции так и не доросли многие RPG. Каждое принятое решение влечет за собой свои последствия. Порой из-за слепой веры погибает масса людей. И тогда понимаешь, насколько важно принять взвешенное решение. Все ваши герои – это отдельные юниты со своими навыками и умениями. Важно, что даже после потери значительных сил и средств вы будете продолжать свой путь, а не закончите игру. Игровой процесс достаточно прост. Боевые и сюжетные сцены дополняют друг друга и не заставляют скучать. В общем, вторая часть вышла на отлично, поэтому советую, качайте.